Можно много говорить о внутренней политике, но все заканчивается плохо, когда совершаются ошибки во внешней политике. 100 лет назад Российская империя была конфетка. Все было отлично летом 2014 года. Нас втянули в войну, и чем закончилось, вы знаете. К 1940 году Советский Союз был вторая конфетка. Но нас втянули, и чем закончилось, вы знаете. Вывод. Мы 1000 лет Россия занимает оборонительную позицию. Мы ждем, когда на нас нападут. Я не буду брать 1000 лет назад. Берем Наполеон. Он ждет развязки войны в Литве. Молодой царь плохо соображает и сидит в Петербурге. И разрешает Наполеону всю Россию захватить, сжечь Москву, а уж потом можно немножко догонять французов и в конце концов победить. 41-й год. Все ясно было. Начнется. Уже точно начнется. Ну, дайте приказ начать 20 июня и разгромить немцев на территории Польши. Нет, ждем. Страх, неумение, ошибки. Поэтому это очень дорого обходится. Это один момент. Второй момент. Россия расцветала, рождалась и может развиваться только в формате империи. Любая республика, советская, федеративная, народная, демократическая, это губительно. Губительно. Поэтому пока мы не определим форму государства, может быть, даже поставить вопрос о восстановлении империи. Кто нам мешает? У нас же есть. Испания же восстановила монархию. Ничего не случилось. Надо же понимать формат развития. Вот простой пример. Климат. Мне здесь плохо. Мне здесь жарко. Мой климат Архангельск, Ленинградская область, даже Воркута. Здесь я задыхаюсь. Что я должен делать? Жить там, где лучше чувствует свой организм. Так и Россия. Она себя плохо чувствует в формате республики, в формате дружбы народов, в формате вариантов либерализм не надо, капитализм не надо, социализм плохо. Нельзя так. Нельзя решать вопросы. Эта страна другая страна. Нас ни с кем нельзя сравнивать. Поэтому начинать мы должны первыми. И у Сталина был план начать раньше и разгромить немцев на территории Польши. Но не хватило ему решимости. Так и генералы предлагали громить Наполеона в Польше. Поэтому вариант. Развитие не может идти в рамках республики, не может идти в рамках вот этой демократии, как у нас. Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Если раньше при советской власти в трудовом коллективе хотя бы знали, кто он такой. Сейчас приходит человек и начинает говорить все, что угодно. Кто его знает? Никто. Поэтому это выборы, профанация, придуманная на Западе. Разыграть. Там одна партия. Но для видимости вот выходит от демократической, от республиканской. Во всей Западной Европе одна партия. Но разыгрывают спектакль перед своими избирателями. А нам зачем спектакль разыгрывать? Нам нужна мощь. Наша экономика может быть только милитаризованной. Вот если у нас пройдет милитаризация всей экономики, если мы снова нашу армию подведем к западным границам, я не говорю воевать, чтобы она стояла здесь. Она стоит за Уралом, где-то на юге. Вот сюда всю поставить армию. Миллионная, 2 миллиона. Они трусливые, они боятся. Их нужно брать испугом, кнутом, мы пряником. Нате наш бюджет. 10 лет бюджет уходил туда, на запад. Надо, там выгодно. Кудрин объяснял нам, что там выгодно. А теперь что? Теперь нам по морде бьет нашими же деньгами. Поэтому никакой выгоды нет туда деньги отправлять. Или здесь заниматься только торговлей. Торгует вся страна. Вот сейчас начинаем, может быть, строить заводы. Поэтому милитаризация, мобилизация, жесткая пропаганда, день и ночь, чтобы они боялись. Я однажды сказал одну фразу финнам. Через 2 недели бюджет военной Финляндии был увеличен на 30%. Одна моя фраза. И на 30% увеличивается бюджет. Если мы поставим пропаганду так, что мы их разорим, чтобы они боялись, что танки двигаются на Киев, танки могут дойти до Брюсселя. Можем за сутки вас оккупировать, захватить, уничтожить. Вы должны объявить, что у нас есть новое оружие. Их ракетные системы нам совершенно ни к чему. Они нам не угрожают. Надо испытывать новое оружие. Вот вы же должны понять, что план «Барбаросса-2» подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. Как и где, это решают
военный, генеральный штаб, все остальные. Но надо понять, наконец, в каком мире. Они смеются над нами, они издеваются. И русский язык запрещают по всему миру. И что они делают сегодня? Значит, вот, убивают русских. Вот сидите вы и смотрите, мы их гоним как беженцев и еще не пустим вам, к вам как беженцев. И будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, больницы. А вот гуманитарную помощь направляете. Это что, Россия? Чтобы царь направил гуманитарную помощь сербам 100 лет назад, он армию направил. Это была ошибка, но армия пошла. Если бы не большевики, наша армия стала в Берлине бы в 18 году. Теперь мы современная Россия. Мы, наконец, совершаем правильные шаги. Первые начинаем. Но куда мы прем? В Афганистан. Это наши союзники, мусульманский мир. Еще одна ошибка России. Мы все время шли на Запад. На Западе нет у нас ни друзей, ни союзников. Надо идти на юг, но идти с миром, как союзники. И единственное правильное, что сделал Ленин, первые договора о дружбе – Афганистан, Иран, Турция. Все. Все остальные – империалисты. В 2001 году, Владимир Владимирович, когда была атака на Нью-Йорк, вы позвали нас в Кремль, лидеров партии, фракции. Вы спросили, что делать. Все сказали вам лезть под Буша, кроме меня. Я вам сказал проявить солидарность с мусульманским миром. Сказать им, что не бойтесь, вас никто не будет бомбить. Россия с вами. Я это единственное сказал, и стенограмма есть в Кремле. Сегодня мы поворачиваемся к мусульманскому миру. Вот там Египет, вот Эрдоган, Турция, вот с Ираном укрепляем. 14 лет потеряно. Кто эти советники в МИДе? Кто эти советники в вашем окружении, которые вам ориентацию на Запад дают? Я пришел, Чубайс, там глава администрации. Вот давай, с Ираном отличная сделка, деньги. Нет, нет, нет. Мы заработаем с американцами, мы будем помогать с ними сотрудничать в космосе. Ну, досотрудничали в космосе. Чубайс враг, до сих пор он министр. Это чудовищно. Как он может быть министром? Как может быть институт имени Гайдара? Фонд имени Гайдара? Фонд имени Ельцина? Улица Ельцина? Бюст Ельцину? Всю страну раздал за одну ночь. Пропил страну всю 8 декабря 91 года. И ему памятники поставили. Вы должны знать, мы не можем жить под этим флагом бело-красно-синим. Это флаг торговый, это флаг Власова, флаг Керенского. Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Под этим флагом мы достигли максимум успехов. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо. Тогда будут уважать. Вы будете гимн вернуть, Боже царя храни. Все, союз вековой народов сплотил, а народы плюют нам в лицо каждый день. Это великолепный был гимн. Гимн о том, что храни своего руководителя, храни свою страну. Она единственная твоя. И с этим гимном действительно русская армия шла вперед и побеждала. Поэтому сегодня в Афганистан мы вошли с армией, этого не надо было делать. То есть мы начали проводить при Брежневе наступательную политику. И нас боялись. Но если вошли, уходить не надо было. Одна ошибка – входим с оружием, другая – выходим. Выходить не надо, окопайтесь, сидите. Вас сбивают вертолеты, нечего летать на вертолетах. Сидите в катакомбах, заройтесь танками, так сказать. Везде, так сказать, поставьте диверсии, ночью всех арестовывайте, ночью всех расстреливайте. И таких на Жибула сегодня мы сидели в Афганистане, сегодня бы. Поэтому все можно делать, как сегодня на Украине, что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут, сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать и не показать, на что способна наша армия? Не обязательно ее вводить. Весь мир, что там, американцы, американская армия воюет, ЧОП воюет, добровольцы воюют, а у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать, из тюрьм их выпустить, штрафные батальоны создать и сказать, ваше, ни шагу назад, вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья, и они все пропашут ночью и днем, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Поэтому направление на юг, а не на запад. Мы с ними злим.
Мы получили эту Польшу проклятую, с этой Польшей возимся сколько времени. А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша Прибалтику сделала враждебной. Зачем нам эта Польша нужна? Мы победили Наполеона? Чего мы ушли из Парижа? Там бы сегодня еще стояла бы наша армия. И не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли. Сегодня бы там армия стояла. То есть это все должна быть та политика, которую проводила Российская империя, Советский Союз. Я ничего не выдумываю. Я беру все лучшее, что было в царской России и в советской. Когда ни одна пушка не стреляла в Европе, пока русский царь не даст согласия. Когда пошел плохой спектакль в Париже, царь позвонил и сказал: «Вам нужно 100 тысяч новых зрителей, ваш парижский театр». Те поняли и заткнулись, спектакль сняли. Когда Владимир Владимирович Александр III и Англия провоцируют войну России с Турцией, ему доложили. Он вот так ударил всю войну, всю казну на войну. Дошло до Лондона, все прекратили. Царь сказал одну фразу: «Всю казну на войну». Рука мощная такая, стол чуть не треснул. И быстренько шпиона доложили британскому послу. И он: все, мы ничего не делаем. Все в порядке, войны не будет. Нужно, они должны бояться. Бояться каждый день и каждый час. Нам нужен другой министр иностранных дел. Нужен министр пропаганды. Хорошие министры есть, может быть, они работают, но есть вещи, где должны быть люди особого склада, чтобы он сказал, и пол Европы, так сказать, боятся, ноги дрожат. Поэтому повернуться к мусульманскому миру, хотя сейчас там уже много антироссийски настроенных и таких вот режимов, мы могли сотрудничать и с Саддамом Хусейном, и с Каддафи, и с исламским Ираном давно подружить. В 2000 году ЛДПР говорит: признать правительство талибов. Вы его признаете. И весь мир признает с опозданием на 15 лет. А если бы тогда признали, и его бы сохранили, а не свергали, не было бы того потока наркотиков. Они уничтожали все наркотики. Им не нужна Средняя Азия. Им нужен Пуштунистан. У нас востоковеды должны быть везде. У нас Восток горит. Евразиатское пространство наше. А Польшу забыть. А Прибалтике сказать, что там такое количество танков и самолетов натовских, что в случае большой войны мы не можем гарантировать существование этих государств. Я это уже сказал, там они уже все бегают и трусят, все боятся. То есть я в заключении понимаю, что еще Сергей Михайлович хочет, левые не всегда чего-то хотят, вопросы будут. То есть большое значение имеет устройство страны, ее оболочка, как она функционирует естественным путем. Вот сейчас мы неестественны. Вот мы боролись с пропагандой гомосексуализма среди детей, а когда мы будем бороться с пропагандой не того извращенного устройства собственной страны? Царь бы этого не потерпел, и советская власть. Мы какую создали страну? По устройству, по экономике, по культуре и так далее. Сегодня издеваются над нами. Такого не было никогда. Ни при царе бы никто не посмел убивать русских где-либо. Ни при советской власти. Так сказать, они же всего не уважали, боялись. Мы должны базы новые создать, новый флот, чтобы все кипело, гудело, гремело. И десантировать наших следователей, арестовать всех, кто там занимается, совершает преступления. То есть надо, так сказать, последняя моя фраза: уже не могут наши командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки. Что вы не встали, ЛДПР? Чего вы сидите, напрягаете? Я сказал, встаньте! Бежали, что за хлор? А я на карандаш возьму. Видите, как? Боясь. Владимир Владимирович, даже в одной партии благодаря мне пришли, и все боятся. Нет, а вдруг не так? А вдруг сейчас Владимир скажет: а это не надо нам. И побегу в Единую Россию записываться. Не-не, ваши не побегут, я уже знаю. Но хочу, поскольку у нас все-таки трансляция и запись телевизионная, хочу сказать, что все, что было сказано Владимиром Вольфовичем, это его личное мнение. Не всегда совпадает с официальной позицией Российской Федерации. Да. Да, ну, зажигает красиво. Пожалуйста.